То есть она просто бежала серьезно всю заставку. Окей. Now don't go just charging in there recklessly, kiddo. That's Pope's killer, Mark. Yeah, well, there might be more heat out there. It's too risky to try to get to the boat by foot. You'll be spotted for sure. There must be some way to slip in undercover. Ну вот, преследуем мы убийцу Поупа, которого застрелили на наших глазах. А, смотри, там уже что-то происходит. Так, и будем слезать куда-то, Мерк сказал нам. Не надо залезать, лазить. Стелф, да. Время для стелса. А, подожди. А чё в смысле? Так. Ага. Запутать меня хотите? Не надо было вообще слазить. Я снова забыл управление, все. Так. Ну. И это отвечает за... Ну вот, а что не получалось? Ну окей, я думал, просто альтернативные пути были, это я видел. Слушай, спидранят, наверное, сразу туда, но... Мы не спидраны, поэтому будем проходить как получится. Так, теперь просто прыжок вниз. Такое. По-моему, осталось там серии 3, что ли, если я правильно понимаю. Так, что-то... А, надо залезть. Сейчас нас куда-то доставят. What the hell is in this boat anyway? No idea. Could be munitions, I guess. Might be to do with this Project Icarus. Look, head straight for the deck if that's where you saw this guy. Once you found your killer, get some answers and get out fast. Lots of blue traffic in the area, so get ready for a fight. Будем сражаться на палубе. Ну, по ощущениям, мы вообще не едем. Хотя, может, и едем, но... Очень похоже на подзагрузочку. Но могу ошибаться. Но есть такой вот маленький-маленький эффект движения. О, это точно. Была подзагрузка. Подзагрузка, сохранение. Опа, тихо. Уже начали стрелять. Так, тут или куда-то надо было наверх сразу. Так, бежим, 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 бежим. И сложно. Так, что у нас тут? Зачем? А, я вернулся назад. Сорян. Ух ты, ёптер, СТ. Вы никого не видели, до свидания. Там дверь надо открывать, да? Там надо открывать. Так, мы на пароме, получается. Что-то очень похоже на паромное. Так, не открыть. Не, сюда надо. Блин. Сбизять. Все, я сбизял. А. Еще нет. Все, всем пока, я сбизял. Я сбизял. Все. Да, тут сумка. Это я помню. Так, нет времени объяснять. А, подожди-ка. А вот где она, я не помню. Слушай, я не помню, где сумка. Блин, ладно, в таких этих
Мне не хочется ее искать в перестрелках. Может, она где-то там. Ой, не, все, не надо. Ладно, все. Пошутили и хватит. Ой, сюда. А блин, а я. Это откроется? Нет. Окружает со всех сторон. Тут я не знаю, можно пройти без сражений, но я попытаюсь. По-моему, можно. Сейчас. Ой-ой-ой. Так, ну чекпоинт сработал, это очень замечательно. Да сюда. There she is. Ага. Так, надо еще смотреть наверх. О. Сюда, по. Блин. Нет, вот. А нет, отсюда я вышел. Так, если отсюда я слез, вообще надо понять, куда идти, но я не понимаю, куда идти. Не может же быть там. А кружок. А, серьезно? Сюда? А. Ты типа отсиди. О. Можно так. А чё штрих-коды, кстати, на машинах? Нифига. Это вот так работает ваше будущее? Бежим. Нас заметили. Май. Ну что? Блин. Один. Ой. А, тут один стоит. Хотя один не помеха, смотри. Не, не успею. Так, кто там один остается, то двое остаются. Короче. Давай так сделаем. Надо у них перед глазами побегать. Вау. Ты же не попадешь так далеко. Прицела не хватает. Ну идите все, блин. Во, трое пришли. Ах ты, зараза. Три, два, один. Йо. Это самый страшный 3-2-1 был, который только мог быть. Так, стрельба не пошла, может успеем еще. Давай. Быстрее. Жесть. Чё, этот? Я не вижу света, нет. Быстрее. Ха, мазилы попасть не могут. Ладно, два раза попали, все. Мы сбезьяли. Так, подожди, еще не до конца. Понять бы. Вот, смотри, вот эта вот часть. Наверное, вот это. Угу. Фьюх, сейф. И получилось, в принципе, как я даже хотел.
куча попыток того стоили. Ой, да успеем, успеем. Ну не волнуйся, вот сюда. А, тихо ты, Фейти. Я хотел просто посмотреть, если туда можно залезть. Ну здесь-то можно? Нет? А, я понял. Ну тогда да, давай быстрее. Они же там вроде... Ну блин, они за тобой не идут? Если ты прям на какие-то... На какое-то расстояние метров отошел, они все, они не идут. Потому что я за машиной тогда сидел, ждал. Кто ко мне вообще не подошел, я ждал несколько минут. Блин. А, ну тем более здесь окно, они не перелезут. Давай. Не падаем. Фу, да твою налевую, блин. Да, в эту игру надо уметь играть. Тут шаг вправо, шаг влево. И сразу падает. Не блокируется где-то на уступах, как в современных играх. Вот привыкаешь. Сложно отвыкнуть уже от такого. Ага. Так, тут все зеленое на этом левле. О. Угадал. Верхнюю? Да что ж ты дебуешь? Да почему? Куда-то не долез. Да нет, сын. А, да? Серьезно, и так можно? Тут красным не светится. Ну ладно. Что висит? Блин, значит, я неправильно иду, она не это. Сюда она не сможет. А, знаешь что, надо в другую сторону повернуться. Вот в чем дело. Жесть. А, вон наверх. Сейчас давай поближе. Нифига, вот это паркур. Вот это я понимаю, пути. Давай. Агец, и зачем я тогда сюда залезал? Ага. Так. Угу. Подожди, да, что ли? Здесь опасно, смотри, чуть ошибешься и это. А, я понял. Ну, естественно, как еще это могло быть? Во, замечательно. Все, хорош, не смотреть. Что-то такое же прыгаешь, что ли, использовать? Так, пошли дальше. Я на такую же не буду, неинтересно. Журнальчик какой-то, отсылочка какая-то, что за... А, посмотреть не сможем, ладно. Какая-то отсылка была. Здесь тоже. Какая-то реклама. Дай посмотреть, что это. Непонятно. Что-то по-японски. Может, даже китайский. Ага. Deck. Six. Так, ну это понятно, значит туда. Блин, как интересно. Ты прикинь, вот, вот так надо обязательно залезать всем. Абсолютно всем. И неважно, умеешь ты за паркур, не умеешь. Пофиг, залезешь. Так. О, прикольно. Так, сейчас будет супер какое-то неудобное сражение очень скоро. Опа, стой. Ах ты твою. Ну да, я помню, что здесь. Тут что, сумка валяется, прикинь? Где-то вот... Ой.
При всем при этом тут умудрились спрятать сумку. Я почему-то ее почти даже нашел. А, она там где-то. Да. 6. Случайно просто нахожу такие вещи. Блин, очень светлая фара. Ах ты, ёкаламэне. Давай, быстрее. Попадают ведь гады. Все. Ай, блин, рано. Рано поскользил. Сюда можно? Нет. Зачем сразу вниз было прыгать-то? Так, ну сумка у меня, наверное, сохранилась. Ну хорошо, здесь не палят хотя бы. Не палят. А могу сюда залезть? Блин, вот она не будет здесь перепрыгивать или будет? Да как красиво, какая красота. Красиво. Красиво же. Это Шангай, что ли, какой-то? Красотенюшка. Прям вот хопа, скриншотик. Так, а давай я залезу сюда, кстати. И сюда. И лестница. Ой, блин, какой альтернативный путь. Мне нравится. Че, не палят уже, да? Палить будут там внизу. А, и не только внизу. А здесь можно обойти вот так? Блин, смотри, да. Я не знаю, куда идти, понимаешь? Давай, прыгай, Фейти, прыгай, прыгай, прыгай. Давай внутрь, 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 быстрей. Щух. Сейчас полчаса еще дверь открывать, да? Давай назад. А, там... Тихо. Фух, все. Самое опасное место мы пробежали, и сейчас начнется битва. Века. Ох. Как нас учили. Вот, хоп. Прям как нас учили в начале прохождения. А блок как ставить? Как блок ставить-то? Можно? Эх ты. Эх ты. Зараза-то. Еще стрелять, блин, слушай. Тут совсем, что ли? Блин, да что происходит-то еще? Я хотел обезоружить тебя. Короче, снизу надо бить, ниже пояса. Ё-моё. Надо надавать как следует. Этой. Это знаю, кто это. Чтобы тебя больше так не вела. Чё надо мне пушку отобрать, я не помню. Прикольно, я случайно замедление нажал. А, жесть. У меня даже красненько не появляется, чтобы оружие отобрать. Мне надо снизу. Отойти. Да блин. Что-то Фейт быстро выдыхается. Оп.
Во, было. Отлично. Че, забрал? Блин, пропустил момент. Уходить. Он уходит. Мерк сказала, не уходить, блин. Штыво. Фига. Вот такого я не помнил. Я помнил, что тут на сражении что-то заканчивалось. Оказывается, нет. Тут прям беготня, преследование. The chase. Давай, опа. Дальше все эффектно будет скрываться. А ты куда-то ушел? Да, play in the fade, это не... Блин, управление как в принципе версию. Хочешь вперед, она wall run. Я понимаю, что это чуть криво, но это же не повод. Так, да. Да ем. Ух ты. Что ты делаешь? Ага, это мы умеем. Хоть этому я научился здесь. И то не до конца. Вниз, да? О! Давай. Тебя все заждались, уже сбежали. Все, конец. Не успел. Careful теперь. Так, все, да? Финальная часть. Я с тобой сразимся. Отдавай пушку. Ну ладно, не хочешь, тогда мы тебя отмутузим. Да ё... Давай. Блин. Всё. А чё ты хотел? Всё. Победили тебя, одолели. Вау. Ты как заберусь, как эту пушку тебе, знаешь? Что я с ней сделаю? Чуть потемнело все. Я пропустил. Начинается пропущен. Вон там было красное. Отлично. Ну, сейчас мы узнаем, кто под маской. Ну, я знаю. Ты узнаешь. А, загрузка главы прям. Ну все, увидимся в следующей серии. Спасибо всем за просмотр. Всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока.